Здравствуйте, в эфире «Факты», афиша, с вами Екатерина Славянская. Куда пойти и что ни в коем случае нельзя пропустить? В ближайшие 5 минут отвечу на эти вопросы. С картофелем, мясом, ягодой, капустой, морковью. Впрочем, с какой только начинкой не делают на Кубани пирожки. Самыми вкусными домашними угощениями будет почивать атамань своих гостей 25 мая. В этот день в этнокомплексе пройдет традиционный кулинарный фестиваль «Тещиной пережечкой». Готовить сдобу будут в каждом подворье. Не обойдется, конечно же, без дегустации и зрелищ. Как всегда, в атамане будет много музыки, песен, игр и конкурсов. Кстати, в фестивальном меню не только пирожки. Растягай, пироги, булочки, кулебяки и пышки. Перед посещением атамани не торопитесь завтракать. Ее имя хорошо известно любому поклоннику современной поп-музыки. За свою творческую жизнь она написала более 600 стихов к самым любимым хитам нескольких поколений. Песни на ее стихи исполняют Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова и многие другие. 10 мая в Сочи на сцене Зимнего театра творческий вечер знаменитой поэтессы Ларисы Рубальской. Уникальность ее поэтической палитры в том, что каждое стихотворение, каждая песня Рубальской – это законченная история любви. Автор поразительно точно улавливает ту самую единственную и неповторимую интонацию, на которую отзывается душа слушателей. Маленький принц Мон Мартр, основоположник австрийского модерна и мастер театральных афиш в Краевом выставочном зале изобразительных искусств, представили знаменитых художников Густава Климта, Анри Тулус-Лотрека и Альфонса Муху. Репродукции в технике Жикле позволяют рассмотреть особую манеру авторов, почувствовать на себе влияние модерна. Знаменитый поцелуй Климта, волшебные женщины славянской внешности Мухи, звезды Канкана Лотрека. Эти авторы по-разному смотрели на прекрасный пол, но всегда с большой любовью. Женские образы Климта, они более такие эротичные. У Лотрека они могут быть с глубокой печалью и грустью. У Мухи же это чистые, воздушные, возвышенные славянки. Это такие яркие, рыжие, такие близкие, родные ему и знакомые нам. Как много значит один день, а если только тогда ты по-настоящему счастлив? Заслуженные артисты России Максим Аверин и Анна Якунина представят краснодарской публике спектакль «Там же, тогда же». Однажды в гостинице встречаются двое. Случайность ли это, или они должны были найти друг друга? У каждого своя размеренная жизнь, в которой есть семья и стабильность. Но что-то не дает оборваться именно этой случайной связи. Я хочу видеться с тобой как можно дольше, в один и тот же день, в один и тот же час. Там же. Тогда же. Первая любовь и горькое разочарование, слезы радости и боль потери. Их песни – это маленькие истории, которые понятны каждому. Группа «Руки вверх» отправит своих поклонников в путешествие во времени. Девочки, которым уже давно 18, смогут вспомнить лучшие годы, когда мир казался огромным, а мы – всесильными. В программе и новые песни, и горячо любимые композиции. А также световое шоу, видеоинсталляции и специальные гости. Ветер перемен вновь занесет их осенью в Краснодар. В 90-м году группа Scorpions выпустила свой самый успешный альбом Crazy World, по-русски «Безумный мир», в котором и была известная композиция Wind of Change. Теперь группа вновь колесит по миру с туром, который носит название этого альбома. По словам лидера группы Клауса Майна, в 90-х, в самом конце холодной войны, мир был действительно сумасшедшим, но в воздухе чувствовалась надежда на спокойное будущее. Сейчас мир становится более сумасшедшим, и Crazy World – это хороший лозунг для нового мирового турне «Скорпов». А теперь о новинках кино. Сеть кинотеатров «Монитор» порадует всех поклонников вселенной Марвел. Картину «Мстители 4. Финал» представят на широком экране. Мир находится в руинах. Многих больше нет в живых. Прошлое должно быть забыто, но есть хотя бы маленький шанс противостоять дальнейшему разрушению, и они им воспользуются любой ценой. И права на ошибку у них нет. Танос сделал ровно то, что грозился. Истребил 50% всех живых существ. Такими культурными событиями будет наполнена жизнь края. Восхищайте и восхищайтесь. С вами была Екатерина Славянская. До встречи на телеканале «Кубань-24».